садівники, городники, мабуть, найбільше з будь-яких пір року полюбляють осінь. Бо саме осінь нарешті приносить і дарує їм плоди і результати їхньої невтомної діяльності. Але тільки зібравши врожай, наші трударі вже починають готуватися до наступного сезону. І ось для того, щоб дати корисні поради, саме з цієї теми ми запросили до нашої студії Надію Гуньковську. Вона голова Миколаївського обласного об'єднання садівників. Доброго вам ранку! Доброго. Раді вас бачити у нашій студії. Отже, коли і треба починати підготовку до зими і до наступного сезону? Доброе утро, уважаемые садоводы. Доброе утро, телестудия, которая нас всегда приглашает на эти передачи. И я с удовольствием иду, чтобы дать рекомендации нашим садоводам, именно начиная все работы, которые мы располагаем на осень. Я хочу дать такие вам рекомендации. Значит, осенью очень важно подготовить сад к следующему урожаю. Поэтому сейчас очень важно, нужно обязательно расчистить сад от старых веток, отсохших и поврежденных. Поэтому очень вам рекомендую, что нужно обязательно обрезать старые ветки, сухие сучья, и сделать санитарную обрезку. Это обязательно. Вот сейчас идет листопад, уже заметно, когда уже видно ветки, которые повреждены, и можно уже делать санитарную обрезку. Уже не чекаючи, пока полностью листья опадет, можно уже отрезать поганые веточки. Да, деревья уже закончили практически свой вегетационный период, поэтому уже можно проводить такие санитарные обрезки. Ну, а мы с вами только начали нашу разговор, и я хочу запросить до цієї беседы наших глядачей. Нагадую, наш телефон 76-92-42. Вы можете телефонувати просто зараз і ставити наші гості свої запитання, ті, які стосуються саме вашої присадибної діляночки, і ті, які турбують саме вас. А ми продовжимо далі. Отже, санітарна обробка саду – це те, з чого слід почати підготовку до зими. Да. Затем движемося вниз. Значить, штамп потрібно обов'язково теж очистити. Так як всі вредителі закладають свої личинки, куколки, все закладається під кору. Буває кора отставшая уже от дерева, бывает даже, если есть у нее глубокие поры, тоже вредители закладывают туда свои яйца на хранение и куколки, и хранятся они до весны, а затем, конечно, нам повреждают сад. Але якщо чистить эту кору, да. Дерево не замерзне взимку? Нет. Значит, расчистка проводится таким образом. Стелится брезент или же клеенка можно под дерево и расчищается садовым скребком, или же можно расчистить обычной металлической щеткой по металлу. И аккуратно, конечно, слой за слоем снимаете, и вы увидите на пленке массу этих заложенных яиц, и огневка там, и плодожорка там, и очень много вредителей. Поэтому вы на 80%, если вы расчистите кору, на 80% вы защитите свой сад от вредителей на следующий год. Просто брать вот так и щиточку и чухать? Да, да, и очищать. Затем, свернув все это, нужно обязательно сжечь, вынести и сжечь, так как они способны расползаться, и потом, чтобы не повредили еще на дачах деревья на следующий год. До соседей выкидать не следует? Нет. Нужно. Они повернутся назад? Конечно, нужно обязательно все это сжечь. Следующая работа, которую обязательно должны провести вы в саду после расчистки штамба, нужно обязательно сделать побелку. Побелка делается раствором, 2,5 килограмма можно взять известки или известковой пасты, добавить туда 300 грамм медного купороса и обмазать хорошо такой густой такой смесью, обмазать штамбы и даже скелетные ветки, сколько можете достать. Это предотвратит ваши деревья от заморозков и от
вредителей, которые могут тоже вредить в саду. Такий густенький розчин зробити. Да, да, да. Еще напоминаю садоводам, молодые деревья до 5-летнего возраста белить мы не рекомендуем, даже на зиму. Так как вы закупориваете поры, кору, кора плохо разрастается, вот, и может даже дерево получить, молоденькая кора может получить ожоги. Поэтому молодые деревья нужно просто запутать бумагой и на зиму или какой-то ветошью для того, чтобы сохранить деревья от заморозков и от грызунов. Знаете, наши дачники примудряються додуматися до таких якихось ноу-хау, я бачила, і навіть жіночі панчохи надівають. Применение такое есть. Вот. Поэтому, когда вы провели расчистку по белку, следующий у нас вид работы, это обязательно нужно обработать кроны. В связи с тем, что вот сейчас весенне-летний период, проходили у нас такие, бывают затяжные дожди, а потом теплые погоды, и очень много развелось, конечно, грибковых заболеваний. И заболевания были и на винограднике, садоводы эти ощутили это, вот, поэтому очень сильно виноградники повреждены аидиум и другими болезнями, пятнистости на деревьях были, ну, очень парша на яблонях, на грушах, очень много было заболеваний, поэтому это ощущалось по звонкам и консультации мы давали садоводам, которые приходили к нам в областной совет. Вот. И поэтому нужно обязательно на осень обработать сад. Значит, чем же обработать сад в осенний период? Значит, косточковые мы рекомендуем. Это такие яблочко, так? Нет, это семечковые. Косточковые – это персик, это абрикос, это слива, вишня, черешня. Угу. Это косточковые. Мы рекомендуем обработать 3% бордоской смесью. Виноград мы тоже обрабатываем бордоской смесью или железным купоросом. А до какой категории он относится? Косточковая или семечковая? Это косточка. Потому что там внутри есть косточка. Но так распределять, это считается, значит, косточковые, это имею в виду я... Деревья, да. Значит, их нужно обработать 3% бордоской смесью. Как она готовится? Значит, нужно взять 300 грамм медного купороса, развести его в 5 литрах воды, затем взять 400-500 грамм известковой пасты, также развести в 5 литрах воды, и медный купорос медленно вливаем в известковый этот раствор и не наоборот. И делаем такую смесь. Эта смесь приготовлена, она используется сразу. Ее хранить мы не рекомендуем, так как она теряет свои свойства. И нужно обработать косточковые, значит, деревья. И виноград. Нет, это опрыскивание кроны. Да, это опрыскивание кроны идет. И затем семечковые. Семечковые можно обработать 7% мочевиной. Взять 500-700 грамм мочевины, или карбамид называется еще, развести в 10 литрах воды и также обработать кроны. Если в садах наблюдалась калифорнийская щитовка, она очень... дает о себе знать на яблоках такие малиновые точечки размытые. Вот. Нужно обязательно тоже на осень обработать дноком. И дноком, если кто долго не обрабатывал сад, мы рекомендуем раз в 3 года делать такую дезинфекцию. Днок – это очень, конечно, ядовитый препарат. Многие боятся им обрабатывать, но если его применять в нужной концентрации, он идет в концентрации 100 грамм на 10 литров воды, обработать сад, и вы избавитесь от вредителей, от болезней, искореняющих в саду. Следующая работа, которая нужно обязательно провести в саду, после того, как вы обработали кроны, нужно обязательно сделать перекопку приствольных кругов. Перекопка приствольных кругов тоже даст вам защиту сада от вредителей. В приствольных кругах, особенно когда лист там опавший, также вредители закладывают свои яйца и откладывают туда, прячут свои куколки на зиму. Поэтому нужно обязательно перекопать.
приствольные круги. Также очень важно в осенний период нужно делать влагозарядный полив. Влагозарядный полив делается вместе с подкормкой. Поэтому в осенний период нужно обязательно внести фосфорно-калийное удобрение. Фосфорно-калийное удобрение вносится для того, чтобы это накапливается в деревьях и повышается сахаристость плодов. Потом калийные удобрения могут быть в виде калийной соли или же можно даже древесную золу. В садах очень распространено это, и поэтому зола это является калийным удобрением. И для деревьев очень хорошая подкормка, она и способствует зимостойкости деревьев, и, конечно же, там в золе находится и много микроэлементов, которые нужны для жизнедеятельности деревьев. Поэтому мы рекомендуем вносить фосфорно-калийное удобрение. Многие, конечно, садоводы делают ошибку, когда вносят в зиму азотное удобрение. Этого делать не стоит. Дерево сейчас уснуло. Азотные удобрения нужны ему для поддержания жизнедеятельности, именно для роста. Поэтому рост растению уже не нужен, и мы рекомендуем его в ранневесенний период вносить. Даже нитрамофоска. Нитрамофоска содержит азот. Азот за зиму выветривается, и вы просто переведете препарат. Поэтому фосфорно-калийное удобрение – это суперфосфат, калийная соль или же зола вместе с суперфосфатом по кроне дерева. Не запутатися, скільки складнощів, Да. Стільки нюансів, головне не запутатися. Сколько же вносить? Фосфор вносимо, Да. Азот не вносимо. Да. Вносить в дозах, значит, если саженец примерно 10-летнего возраста, вносится, значит, примерно этого золы вносится где-то литровая банка, так как мы меряем, мы его не взвешиваем. Если дадите больше, это будет не страшно. И суперфосфата вносится где-то 150-200 грамм по кроне, рассыпали и внесли. Стаканчик. Стакан большой, да. И потом делайте влагозарядный полив. Эти удобрения растворяются, и они впитываются в почву. Рано весной, когда дерево проснется, оно сразу будет брать эти питательные вещества. Скільки складнощів, стільки нюансів. Я сподіваюся, що наші глядачі все записали, нічого не пропустили, а ми для них повторимо. Отже, найголовніші роботи – це, по-перше, санітарна обробка саду, по-друге, розчистка штамба, влагозарядний полив, обробка крони, и, конечно, перекопка приствольных кругов. Я еще хочу напомнить о виноградниках. Очень много было заболеваний, наверное, и аидиум, и мильдию. Так сильно повредили в этом году виноградники, что садоводы обязательно обработайте виноградники. Виноградники можно обработать, если вы не хотите возиться с бордовской смесью, потому что она трудна в приготовлении и трудна в обработке. Это кто обрабатывал, тот знает. Поэтому мы рекомендуем, можно взять железо. Железный купорос из расчета 300-500 грамм на 10 литров воды и обработать тоже железным купоросом перед укрытием, вот сейчас. Побрызгать. Да, обязательно обработать лозу для того, чтобы она ее и подсушит, и убьет и ту инфекцию, которая образовалась в процессе жизнедеятельности в этот период. Отже, не забувайте ані про дерева, ані про виноградники і отримаєте наступного року дуже хороший і бажаний урожай. Дякую вам, Надія Олександрівна, вдалого вам дня, хороших врожаїв нашим садівникам і гарного настрою, з позитивним настроєм готуємося до наступного сезону.